январе 2014 года у актера Оуэна Уилсона родился второй ребенок, сын Роберт Форд. Мама мальчика Кэролайн Линдквист, фитнес-тренер актера. Интересно, что Линдквист забеременела, когда еще была замужем за другим. При этом за время романа с замужней дамой и у Уилсона родился первенец. Мальчик от его подруги Джейд Дуэлл. С матерью своего третьего ребенка, менеджером в сфере медицины Варуни Вансвирата, Уилсон встречался около 5 лет. Но когда Варуни забеременела, актер настоял на тесте ДНК. Его отцовство было подтверждено, а в начале октября этого года Варуни родила девочку Лайлу. Неизвестно, общаются ли сейчас Уилсон и Вансвирата, но его агент заявил, что актер не откажется от отцовских обязанностей. Похоже, актера ударил бес в ребро, потому что все его 5 детей родились за последние 7 лет. И Грант долго не мог наладить отношения с их мамами. Началось все в 2011 году, когда китайская актриса Тиндлан Ханг, с которой у Гранта была интрижка, сообщила, что родила от него дочку. Благородный Хью не просто не стал отрицать отцовство, но и вновь сошелся с Ханг. Семейная жизнь Гранта понравилась, и в 2013 году у пары родился второй общий ребенок, мальчик Феликс. Только вот выяснилось, что когда Ханг была беременна сыном, в Швеции телепродюсер Анна Элизабет Эберштейн тоже родила от Гранта. В честь всех участников истории, никто не сделал из детской неожиданности скандала. Анна деликатно сообщила отцу ребенка о новорожденном мальчике, Грант охотно предложил свою помощь, а Тиндлан Ханг сделала вид, будто ничего не поняла. А в 2015 году у Гранта родился 4-й ребенок, дочка. Как думаете, от кого из 2 женщин? На этот раз от шведки Эберштейн, которая сравняла счет с Тиндлан Ханг. И тогда актер сделал выбор в пользу Анны. В этом году у пары родился 3-й ребенок, после чего Грант и Эберштейн поженились. 20 лет назад Джеки Чан изменил своей жене Линь Фэнцези с актрисой Элейнг, которая родила от актера девочку. Внебрачную дочку Эту Уча Линь актер не признает до сих пор. С отцовством у Джеки в принципе проблемы. На Линь Фэнцези актер не хотел жениться до последнего, и пара узаконила отношения за день до рождения их сына Джейси Чана в 1982 году. Со своей сестрой парень никогда не виделся. Судьба же у девушки сложилась трудно. Ее мать страдает от алкоголизма, а сама эта пыталась покончить с собой. Ситуация ухудшилась, когда она представила матери свою девушку идиотом, модель из Канады, и женщина выгнала дочь из дома. Девушки несколько месяцев провели на улице и просили своих подписчиков о финансовой помощи. Похоже, сейчас дело Этты и Эдди наладились. Недавно они слетали в Торонто, Канада, где поженились. В Гонконге, где живут молодожены, однополые браки запрещены. Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер в мае 2011 года стал одним из самых громких расставаний десятилетия. Непонятно как, но жена актера узнала о супружеской измене лишь спустя много лет. Любовницей Арни долгое время была домработница Милдред Патрисия Байена. Результатом связи стал внебрачный сын Джозеф, которому сейчас 21 год. От Марии Шрайвер у актера 4 ребенка. Артист никогда не играл в отношениях честно. Много лет назад его роман с будущей женой начался с любовного треугольника. В 1975 году Шварценеггер одновременно встречался с 2 девушками, сделав в итоге выбор в пользу Марии. 26 апреля 1986 года Шварценеггер и Шрайвер поженились, но Арнольд не оставил привычки изменять. Актриса Лив Тайлер делала первые шаги в шоу-бизнесе как дочь рок-звезды Стивена Тайлера, что помогло ей построить карьеру. А ведь Лив могла бы никогда не узнать о своем настоящем происхождении, если бы не ее наблюдательность. До 9 лет Лив называла папой музыканта Тодда Рандгрена, за которым была замужем ее мама, модель Биби Бьюэлл. И однажды Биби пришлось ответить на вопрос, почему ее дочка так похожа Мию Тайлер, законную дочь солиста Эйра Смис. Биби рассказала правду о мимолетной связи, а после этого и сам Стив признал девочку. Позже Лив взяла фамилию своего настоящего отца. Отец и дочь Тайлер быстро поладили, а Стив был рад помочь дочери покорить Голливуд, пригласив ее в свой клип «Crazy». В марте 2015 года актер стал отцом в 5-й раз. Бывшая подруга Лоу Кэтрин Хардинг родила девочку. Джуд и Кэтрин были вместе всего 6 недель, во время совместных съемок в Чехии, но Джуд заявил, что будет заботиться о ребенке и окажет финансовую поддержку его матери. У Джуда Лоу также есть дочь от мимолетного романа с новозеландской моделью Самантой Бёрк. Актер – отец еще 3 детей, рожденных в браке с актрисой Сэдди Фрост. Они были женаты с 1997 года Джонмус по 2003 год.
В 2015 году стало известно, что бывший бойфренд Рианны уже год как является отцом. Мама девочки, давняя подруга рэпера, бывшая модель Ная. Пару никогда не связывали отношения, но ребята долгое время дружили, поэтому договориться о воспитании малышки им не составило труда. Крис вошел во вкус и теперь регулярно радует подписчиков своего Instagram кадрами свалившейся на него дочки. Этим летом Дрейк подтвердил, что у него есть годовалый внебрачный сын, которого родила актриса фильмов для взрослых Софи Брюссо. Как оказалось, до рождения ребенка Дрейк встречался с Софи всего два раза. Узнав о беременности, они решили не сообщать об этом публике, но слухов избежать не удалось. Тогда Дрейк рассказал о своем отцовстве в треке Emotionless. «Я не прятал своего ребенка от мира. Я прятал мир от своего ребенка. Я не выкладываю горячие новости о себе в своем блоге. Если я о чем-то хочу сказать, я говорю об этом сам».